Сейчас у нас будет специальная, друзья, молитва. Молитва о мире, молитва об Украине. И я напоминаю, что в мире есть много разных наций и языков. Но все христиане по всему миру, несмотря на национальности разные, на культуры, на языки разные, мы все уверовавшие в Бога, мы все братья и сестры во Христе. Мы все верующие, все дети одного Небесного Отца. Нас всех сроднила кровь Иисуса Христа. И сегодня, друзья, я хочу, чтобы мы совершили вместе эту международную молитву, специальную молитву о мире, за мир в Украине, за мир между странами и за мир в наших сердцах. И сегодня мы будем молиться на 10 разных языках. И это будет послание всему интернету. Все, кто сможет видеть и понимать свой язык, мы всех призываем молиться о мире и объединяться в этой молитве вместе и просить милости Божьей. Особенно за тех, кто страдает. Хочу прочитать, друзья, место Писания 2 Паралипоменон, написано 7 глава. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. Тогда я услышу с неба, говорит Бог, прощу их грех». И исцелю их землю. Мы сейчас выбираем позицию смирения перед Богом. И вместе объединяемся, как христиане. И будем взывать к Богу, чтобы пришел мир на землю и в то место, где сегодня идет война. Давайте мы встанем и вместе помолимся. Doamne Iisuse, venim în ziua aceasta înaintea Ta și ne închinăm înaintea tronului Tău de slavă. Și rugăciunea asta este către poporul din Ucraina. Ne rugăm ca să trimiți pace Ta, Dumnezeule. Tu vezi toate lacrimile care se văd acolo. Tu vezi tot ce se întâmplă în țara aceea, Doamne. Și ne rugăm cu toți împreună, Doamne. Ascultă rugăciunea poporului Tău, Doamne, și trimite pacea Ta în țara aceea, Doamne. Trimite pacea Ta în inimile noastre, Doamne. Și prin orice situație care trecem, ajută să rămânem ții credincioși bunului Dumnezeu. Noi ne rugăm în numele Domnului Iisus. Și te rugăm, primește rugăciunile noastre care se înalță în ziua aceasta, din locul acesta, Doamne, la tronul Tău de slavă, Doamne. Ne închinăm și Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Владальник неба и земли, предвечный Боже, Ты весь мир людский так возлюбил, что отдал Сына Своего Одинородного, дабы каждый имел жизнь вечную, кто уверовал в Тебя. Господи, мы молим Тебя об Украине, оборони народ Украины, оборони, Господь, народ Божий, який живе в Украине, оборони землю Украины, Господь, мой Иисус, даруй Твой мир и благословение, халлилуйя, Господь, мой Иисус, оборони, благослови, Господь, даруй Твой мир и Твою любовь всем владоносникам, которые живут в Украине, Беларуси, России. Дай им любить свой народ, дай им любить своих братов, Господь. Аллилуйя, Иисус. Даруй Твой мир, благослови. Даруй нам, Господь, также Духа Святого в наши сердца. Прими пощаду и пошану от нас, от Твоего народа, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour le peuple ukrainien. Je prie, Seigneur Jésus, pour ta protection. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur Jésus, de protéger l'Ukraine. Je te prie que la paix vienne dans ce pays. Je te prie surtout, Seigneur Jésus, pour tes enfants, pour nos frères et sœurs en Christ. Protège-les au nom de Jésus. Je te prie pour, surtout pour les enfants, pour les femmes, pour toutes les familles, pour toutes les gens. Seigneur Jésus, je te demande, nous te prions pour ta miséricorde. Je prie, Seigneur Jésus, que ta paix vienne en Ukraine. Je prie, Seigneur Jésus,
pour la fin de cette guerre. Et je te prie, Seigneur, que beaucoup de gens, ils se tournent vers toi, le vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta protection. Amen. Батько Небесний, ми діти Твої, стоїм перед Твоїм лицем, Господи, і ми благаємо Тебе, прости нас і прости Твій народ, Господи України. Ми зрішили перед Тобою, але Ти є Батько миру, і Ти сказав, що Твій мир, він є найдорожчий в нашому житті, Господи. І в цій молитві ми просимо Тебе, Боже наш, почуй нас і молитви наші. Господи, хай Твій мир прийде між нашими країнами, Господь. Хай Твій мир прийде в кожну сім'ю, Господи. Хай Твій мир прийде в кожне серце. І ми сьогодні просимо Тебе, дай миру для нашої України. Господи, хай Твій мир прийде, Боже, в кожне серце, в кожну сім'ю, яка залишила Україну, Господь. Ми просимо Тебе, Сину Божий, благослови ці сім'ї, які сьогодні страждають, які мають білі переживання, Господи. Благослови тих сирот, які залишилися без батьків. Благослови, дай устройство для нашої нації, Боже. Ми просимо Тебе, зупини цю війну, Господь. І хай Твій мир, Боже, прийде в цю країну, Господь. Хай Твій народ наслаждається, Боже, Твоїм миром, який від Духа Твого, Господь, ми просимо Тебе і віримо, що тільки з Тобою є мир і благодать. Почуй наші молитви, а ми дякуємо Тебе за все, благословляємо Твоє ім'я, нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Privileg, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Vater, dass wir jetzt als eine Einheit hier sein dürfen und dass wir für den Frieden beten dürfen, Vater, zwischen der Ukraine und zwischen Russland, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns hier beschützt, Vater, und dass wir unter deinem Schutzflügel sind. Und wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, segne du beide Länder, Vater, dass sie Frieden finden. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, du bist der Einzige, der das wahrmachen kann. Du bist der Einzige, der das alles wieder herrichten kann. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, komme du jetzt mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Feuer, Vater, und wirke Wunder in diesem Land, Vater, dass kein Krieg mehr da ist, Vater, dass beide Länder zufrieden finden, Vater, und wir bitten dich von ganzem Herzen, segne du jeden einzelnen Menschen, der ein Familienmitglied verloren hat, der jetzt von zu Hause weglaufen muss, der sich irgendwo verstecken muss, wir bitten dich von ganzem Herzen, Vater, zeig du deine Gnade und deine Treue und deinen Schutz zu jedem einzelnen von ihnen, und wir danken dir von ganzem Herzen, Jesus Christus. Amen. Дев'ятої сітей кос дівся ж дякую тебе, като ти не тян, кури не рарамібес. Ір то атні ще рамібе дєве, шмельджу тебе з дєве. Като сустабді тум кара, аж прошу тебе, като тіту, катаво ангелей насилейсту, прек як в'єна ж могоус. Дєве, аж прошу геру наугену, Єзус Христос варду, аж прошу тебе з дєве, като атітум, прек як в'єна ж могоус. Ну рамін тум ю щирдіс дєве, ну рамін ктось жмоніс дєве, аж прошу Тебе, аж прошу ж президенту, аж прошу ж ішмінтю ж рамібе. Єзус Христос варду, ми спрашуємо сума на бролі і сесіми. Кату Дєве, мусу Дєве, атеїтум і сустабдітум кара. Єзус Христос варду. Амін. Padre, te damos gracias. Estamos delante de tu presencia. Estamos delante de aquel que todo lo puede. Que no hay nada imposible para él, Padre. Padre, pedimos que tu paz llueva sobre Ucrania. Pedimos desde el trono de tu gracia, Padre, que llueva en cada corazón, Padre, que está delante de ti, que tú conoces que están sufriendo. Paz, trae la paz. Paz, paz de lo alto del cielo. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que solamente tú la puedes dar, Señor. Venimos, Señor, y pedimos paz. Paz en cada corazón. Paz en los líderes, paz en la región, paz por donde esté cada humano sufriendo. Padre, pedimos que tu misericordia se extienda sobre Ucrania. Sánala, mi Dios, sana con él, sana esta guerra. Remueve, Padre, la violencia, remueve el odio, remueve todo aquello, Padre, que no está bien delante de ti. Y pedimos paz, paz por Ucrania,
paz por esta región. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. Отец наш, всемогущий, все создающий, всем управляющий Бог, я от всех русскоговорящих людей здесь, в Америке, от всех русских людей в России, Господь, я хочу ходатайствовать за Украину, Боже. Боже, мы просим, чтобы Ты послал мир, Господь. Мы просим, чтобы Ты остановил эту войну, Боже. Мы просим, Господь Иисус, Тебя, мы ходатайствуем за тех, кто сейчас страдает, Господь, кто прячется от бомб, Господь. Те, Господь, кто потерял близких, за тех, кто потерял дома, Господь, мы ходатайствуем и просим, Боже, сохрани их и благослови, Господь. Я прошу, Господь, пошли мир, Боже, среди нас, Господь, среди наших стран. Господь, особенно я прошу, возроди нас, христиан, Господь, нести мир людям вокруг нас, Господь. Я прошу, Господь Иисус, благослови нас, христианам, в каждой стране, Господь, быть передатчиками мира от Тебя, сверхъестественного, Господь. Благослови, Иисус, благослови и сохрани каждого, Господь, кто сейчас в Украине. Мы ходатайствуем и просим, пошли мир в Украину, пошли мир в сердца каждого из нас, Бог наш и Царь наш. Амин. Господи, Татко наш, Ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Ние се обединяваме, цяла България, всички българи и всички мои братски народи, Русия, Украина и всички други. Ние Те молим, Татко Святи, по света, да поставиш своята ръка, да поставиш своята воля, да поставиш своята милост върху всяко семейство, върху всички Божии създания, които Ти си създал, Господи. И в Украина, всички жертви, всички семейства, които са пострадали от тази война, Господи. Ти да ги изцелиш, Господи, защото Ти можеш всичко да извършиш на тази земя. Да ги изцелиш, Татко Святи, да ги изцелиш с Твоята милост, с Твоята любов, Господи, с Твоето благословение, с всичко това, което Ти носиш, Господи, в Твоето сърце, Татко Святи. Благодарим Ти, Татко Святи, за всичко това, което правиш за нас. Ние се обединяваме всички християни по света и се молим, Татко Святи, на колене. Молим се за Тебе да дадеш милост, да дадеш благословение, да дадеш своята милост, своята хармония върху всяко сърце, Господи. И всички души да се спасят, Татко Святи. Спасение на всички души по света. На първо място се молим, Господи, и да излекуваш всяко сърце и всяка душа на този свят. Амин. Heavenly Father, we come before You today. Father, we want to pray for peace in Ukraine, Lord. Father, in Your word, You tell us that You are the Prince of Peace. You are the One who brings peace, and You are the Everlasting One. Heavenly Father, I pray that You bring Your peace that surpasses all understanding on the nation of Ukraine. Father, I pray for all of those who are suffering right now. All those, Father, who are going through difficulties, Father. All those who are, Father, who are grieving, who are hiding, Lord. I pray that You will bring peace to their hearts. We pray and we intercede for all the people, for the pain that they are going through, Jesus. We pray for the widows. We pray for the orphans. We pray for the families that have been separated in the mighty name of Jesus. Father, we pray that You will bring Your peace that surpasses understanding, which, Father, goes beyond anything we can comprehend. And I pray for us in the mighty name of Jesus. I pray that You will give us peace. I pray that You will give all those, Father, in the world who call upon Your name, peace which surpasses understanding. A peace, Father, which goes beyond, Father, anything that we can comprehend or understand in the mighty name of Jesus. Father, I thank You. I thank You that we are gathered here in arms of prayer, calling on You, Father, from different nations and in different tongues, but bowing before You in Your mighty will. We pray this in the mighty name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Моя молитва нехай лине до Тебе наче хімія, і серце лине без Твій небесний храм. Боже,
Я молю за Украину, Боже, молю Тебе за людей. И прости, и спаси, и милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами, в раді своєму і небесами, в радісті мир і дарував. Життя за людей віддав, книгу життя нам записав. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей. Боже, я знаю, що ти